На Майнской ГЭС, как всем известно, проживающих в Хакасии, есть саянская форель, живая мороженая копченая. Вот сейчас пойду я пару хвостиков прикуплю. Здесь всегда очень много желающих. Итак, по цене для ориентира форель 430 рублей килограмм, скорее всего свежая. Так, мороженое второй сорт 280, форель холодного копчения 750, горячего копчения, к сожалению, нет. И пресервы 180 грамм, 170 рублей. Пойдем, прикупимся. Вот такие вот понтоны. Железные. Здесь мы сразу заходим в магазинчик. Ну, как всегда, здесь очередь. Мне мороженое. Берете пакетик и проходите форельки. Вот она закручивается. Заказывайте сколько вам форелек. Вот такие вот ковшечком ее подлавливают. Хитрая. Это больше, какая-то меньше. Опа! Опа! И все. А сначала в магазин нужно. А? А потом... Мне хвостик такой толстенький, хорошенький, жирненький. Ага. Так, это рыбалка для меня. Это рыбалка исключительно для меня. Беру себе жирненького, толстенького форелёнка. Потом его в духовочке с овощами, с морковочкой. Опа! И дали, какой красавчик. Опа! Вот оно. Это мой красавчик. Это мой. Сегодня мы будем кушать. Что здесь кушать будет? Нет, наверное. Так, все, вот она моя рыбеха. Сейчас я ее разделаю. Свежую форельку. Учитесь быстро сделать рыбу. Оп, и все. Обильно сыпем соли крупной. Эй, ваш пакет. И в мой пакет. Опа! Все, практически готово. Также надо будет потом в проточной промыть или не обязательно? Если как немало соли, Это вам завтра только промыть ее надо. А завтра только промыть, да? Да. Ну, мне главное, чтобы она до завтра это в машине дожила. Вам завтра приедете, промоете, все отсолите. Все, спасибо большое, всего доброго, до свидания. А еще здесь очень толстые, большие, жирные чайки, почти как на море. Это вот Майнская ГЭС. В общем, два хвоста у меня вышло с разделкой на 1150 рублей. Не забудьте взять такой пропуск, который у вас на выходе, здравствуйте, заберут. За два хвостика. Я... Спасибо, всего доброго. Вам всего хорошего, до свидания. Ну, такая здесь красота. Майнская ГЭС. Вкусная рыба. Хорошее настроение. Полетели в Саяногорск в баню.